Это вопрос традиционный, ожидаемый, безусловно. Какие-то впечатления, которые сложились за первый день второго вашего семинара? Впечатления, которые сложились за первый день, я, если честно, слегка поражен. Поражен, потому что я никогда не размышлял, опять-таки, так фундаментально, с чего составляется адвокатура. Все вот этот вот перечень, в принципе, я, когда слушал каждый навык, как либо непосредственно, либо как-то косвенно я с ним сталкивался, было в практике, и даже вот замечал, что, как мой бывший руководитель, сначала тоже он брал дело на изучение, потом уже брался за него. Вот я вот это все по чуть-чуть вспоминал, я понимаю, что это все нужно иметь в комплексе. То есть, ну, если нету чего-то, то может все вообще рассыпаться, даже не начавшись. Поэтому, ну, я был приятно удивлен, и я доволен тем, что сейчас я это услышал. Я буду дальше над этим всем думать, и сегодня хочу вечером сделать анализ честно сам для себя, что и как вообще я из этого могу и умею, чтобы знать, к чему мне двигаться дальше. Вы успели что-то сегодня сделать для того, чтобы добиться своей цели, то есть трудоустройства? Не знаю. Если честно, не знаю, успел ли я что-то сделать для того, чтобы добиться трудоустройства. Ну, вас должен этот вопрос интересовать, как по мне. Нет? Он меня интересует, это ключевой вопрос, потому что я вижу, что, ну, над этим всем надо работать, и надо, чтобы это кто-то курировал, потому что сам ты, ну, сам себе пинок под зад не дашь, потому что, ну, это не работает так. Поэтому сделали я сегодня что-то. Думаю, что пока что не преуспел в этом вопросе. Есть идеи, что делать будете? Хочу как-нибудь, чтобы у меня получилось вечером прийти в офис и смотреть прямую трансляцию непосредственно, а не через телефон, потому что не взял с собой с Киева ноутбук, чтобы слушать прямую трансляцию Ольги Викторовны по поводу того стадии подготовки, потому что это все, ну, также имеет очень большое значение, что, зачем и как. Угу. Только что все достаточно. Спасибо.